И всем привет, мои дорогие подписчики. Это видео связано с моим каналом. Я хочу рассказать, потому что проявляют люди малую активность. Я думаю, из-за незнания того, что есть на моем канале, такая еще дополнительная функция. У меня есть специальная страничка ВКонтакте для общения с моими дорогими подписчиками. Вот эти все 109 друзей, которые у меня в друзьях, это люди мои подписчики. И вы тоже можете спокойно добавить друзья, писать мне, то есть пообщаться. Я всегда за, и я всегда люблю общение. Вот, так что, народ, не стесняйтесь, добавляйтесь в друзья, пишите там, если есть какие-то вопросы, какие-то нюансы. Также я планирую выпустить в скорейшем времени подробный гайд по такому сайту, как CSGO, ой, как Dota 2 TM, то есть, где можно купить дешевые шмотки, продать и так далее, потому что такие тоже вопросы у меня у людей ко мне возникают. Я делал просто обзор на этот сайт, ну как не обзор, а о том, как сделать так, чтобы вас не обманули. Вот, так что, народ, можете спокойно добавляться в друзья и писать мне, как бы это вообще без проблем. Также хотелось бы показать две свои группы, которые у меня сейчас на данный момент есть. Группа по трейдам, здесь вы можете спокойно трейдиться, здесь нет объявления, куплю там 15 аркан каждую за 2500, здесь нету мошенников. Они, конечно, могут написать, увидев ваше обновление, но если будут пруфы и так далее, мы их будем удалять и блокировать в группе. Так что не переживайте, я тщательно слежу за своей группой. Все объявления о продаже и так далее, людей, которых я не знаю, которые не проверены, они вот сразу же удаляются. Все, кто проверены, кто точно отдаст вам свой шмот за ваши деньги, это у меня все есть. Точнее, как вам правильно сказать-то? В общем, проверенные люди здесь есть на стене. Непроверенные, кого я не знаю и так далее и тому подобное. Я удаляю посты, так что наткнуться все-таки, да, на мошенников в моей группе очень малы. Также здесь есть продажа. Многие у меня спрашивали, буду ли я продавать сеты, Immortal Key, там удали и тому подобное. Да, народ, здесь есть эти продажи. Вот это у нас кэш первый, который уже никак, нигде, никогда вы не достанете. Из-за этого такая цена. Для кого-то, может, цена кусается. Кто-то скажет, блин, кунька, да нормальные цены, поскольку сеты больше эти нигде не достать. Опять же, народ, кто-то может написать, да я вон там, да я вон тут куплю дешевле. Народ, ваша правда. Только не надо потом мне писать, что вас там или там обманули, потому что были случаи, допустим, вот самый известный, самый популярный сайт по продаже вот таких вот сетов и так далее и тому подобное, чего достать нельзя, это у нас Arcana Shop. Arcana Shop вы можете сами вбить, очень много разоблачений, что они наебывают на людей и так далее и тому подобное. Народ, я не буду их поливать говном, я там не покупал, я не хочу это пробовать, ну, пока что, может, буду деньги, обязательно проверю этот сайт сам, лично. В общем, народ, если вы знаете, где дешевле купить, где вам точно отдадут эти шмотки, пожалуйста, можете идти туда. Если же вы хотите, чтобы вам 100% пришел тот шмот, который вы купили, можете обратиться ко мне, это за кэш первый, да, такие цены. Но, опять же, я снизил цены, поверьте мне, здесь было все дороже. Увы, у меня предыдущей картинки не сохранилось, но те, кто на моем канале давно и чекает мои группы, могут подтвердить это, я думаю, спокойно, что цены снизились. Опять же, при покупке трех вещей, то есть, неважно, это может быть сет на, допустим, фантомку, на дизрапторы и, допустим, ДК, при покупке вот этих трех сетов, да, или трех имморталок, или двух сетов и имморталок, неважно. При покупке любых трех шмоток у меня, вы получаете скидочку в 10%. То есть, ну, кому-то это может показаться мало, кому-то это покажется нормальным, при счете того, что и так я снизил цены, потому что люди многие просили, а я слушаю своих подписчиков и всех люблю. Дальше переходим, это у нас кэш второй, который сейчас, здесь уже цены, честно, здесь у меня дороже, чем на Arcana Shop. Это Некр, Эмбер, SF и ВК по той же цене, что на Arcana Shop. Все остальное намного, ну не намного, но на 10-20 рублей дешевле, чем на Arcana Shop. Потому что я им все-таки хочу сбить цены, хочу, чтобы люди пускай покупали у кого угодно, но только не у них. Вот этого я, честно, вам хочу сказать, потому что Arcana Shop я лично в этом убеждался мой друг, его обманули на 2000 рублей, покупал он не сет, он покупал левела компендиума в прошлом году, его зовут Азамат, то есть
Я вам врать не буду, мне это, как бы, знаете, не надо, я свое имя очень долго набивал. То есть, реально, сколько мой канал существует, столько я и пытался доказать всем, что я честен со своими подписчиками. И поэтому, поверьте мне, ради 300 рублей я этим заниматься не буду. Воровать и так далее и тому подобное. Опять же, решать вам, хотите покупать, хотите нет. Также на моем канале, я думаю, в скорейшем времени появится видос, где есть отзывы, опять же, да, если вы захотите, да, купить, но у вас есть сомнения, я вам могу предоставить пруфы, то есть переписки, где люди реально покупали, реально получали те вещи, которые они покупали, то есть если человек купил там золотые крылья, он их и получил. По поводу цен я уже сказал, народ, каждый думает по-своему, если хотите стопроцентно, можете купить у меня. Если хотите подешевле рискнуть, пожалуйста, я вас держать не буду, можете пробовать, это уже ваше дело. Только потом не просите меня заснять разоблачение. Цены на Immortal тут у меня все ниже, чем на Arcana Shop, за исключением редких. Очень редких, извиняюсь. Очень редкие у меня здесь не сильно дешевле, чем на Arcana Shop. Все остальное дешевле, чем на Arcana Shop. Вы можете сами зайти и убедиться, проверить. Это как бы ваша воля. Почему я именно сравниваю с Arcana Shop? Потому что многие мне писали и в комментариях под видео, и в LS, и в комментарии под посты, что «Кунька, а да хуя ты хочешь? Вот на Arcana Shop вот там лучше. Ты там покупал?» Нет, но мне говорят, но я знаю, что там лучше. Ну, как бы, народ, я говорю, решать вам, я это видео делаю вообще, чтобы оповестить о группах, но просто, опять же, в Стиме у меня спрашивали, в комментариях у меня спрашивали под видео, буду ли я продавать, народ, вот, продаю, цена такая, три вещи покупаете, скидку получаете. Да, то есть, ну, тут уже кто как хочет, так и покупает, скажем так. Ладненько, то есть про группу я рассказал, здесь вы можете спокойно найти мою страницу, контакты, вот он я, Максим Волкович, можете спокойно добавляться в друзья и, естественно, писать, что вас интересует. Это страничка Гены, вы также ему можете написать, если он будет говорить, что нет, отъебитесь, скажите мне, я ему дам пиздюлей. Теперь основная группа, собственно, из-за чего вообще начался этот видеоролик, из-за чего я решил записать этот видеоролик, Основная моя группа, все-таки, да, так правильно будет, Кунька ТВ. Здесь, опять же, репост предыдущей записи, ну, то, что вы уже видели. И вот зачем я все-таки начал этот видеоролик. Я решил, что многие люди очень хотят увидеть мой стрим. Честно, не могу сказать, почему, ну, как вам сказать, но многие люди спрашивают, когда стрим, и как я понял, вам нравится либо моя игра на Пудже, либо как у меня горит пердак и так далее и тому подобное. Но некоторые люди не успевают прийти на стрим, не могут прийти на стрим. И смотреть 4-часовой видеоролик, я понимаю, это вообще жесть. Ну, вот так вот, да, без мата давайте будем говорить. Это полная жесть, 4 часа смотреть ролик. Я сам никогда стримы, когда кто-то из моих ютуберов, которые мне нравятся, стримит, если я пропустил стрим, я его не смотрю потом в записи, потому что это очень долго и сложно. Поэтому было принято такое решение мной, то что хотите увидеть на моем канале видео обычных моих каток в Dota 2. То есть, ну, не совсем обычных, то есть там будет и рейтинговые, и Маракайн, и Турбо. Ну, все зависит от того, на каком режиме я попадусь. Ну, точнее, на какой режим пойду. С чем это еще связано, народ? То, что у меня есть порой полтора свободного времени. Этого времени мало для стрима, реально мало. Вот, а записать видосик, потом смонтировать его, ну, как смонтировать, просто добавить какую-нибудь фоновую музычку и вот спокойненько посмотреть на эту игру, я думаю, кому-то будет интересно. Поэтому здесь есть такое голосование, здесь у вас есть 4 варианта ответа, да, то есть 2 человека уже проголосовали, да, что хотят увидеть капки на YouTube-канале. Нет, кто-то один не хочет, да мне пох, я тут ради халявы, но это для тех, кто только здесь, чтобы только ради... Только чтобы участвовать, точнее, в розыгрышах, которые у меня под каждым в каждом видео, кроме этого, потому что это больше познавательное просто, а не какой-либо видеоролик. Ну, скажем так, навести движухи в группах, чтобы вы здесь, я не знаю, может, будем создавать какой-нибудь ночной чатик, еще что-нибудь, ну, что-нибудь придумаем, народ. Я только развиваюсь, соответственно, много фишек еще будет впереди. Дальше я смотрю все твои видеоролики, хочу как можно больше видео, да, народ? То есть, если все-таки... Это вариант вас всех, ну, большинства людей устроит, то я вижу смысл в этом, чтобы выпускать больше видеороликов в неделю. То есть, если сейчас выходит 3-4, то стараться выпускать 4-5 видеороликов в неделю. Опять же, стримы не всегда у меня получаются, а так,
хоть как-то посмотрите на мою игру. Опять же, это я думаю, постараюсь какие-нибудь фишки там показать. Ну, чему научить, я уже пробовал записывать, но у меня как-то это еще не заходило. Но если вы захотите, то я буду стараться ради вас, потому что я вас всех очень люблю, мои дорогие подписчики. Так, вроде все сказал, вроде все сказал. Кстати, тут, по-моему, где-то... Вот, да, есть отзыв. То есть проверяем, вот у меня были забронированы когти в количестве двух штук. Один мой подписчик решил оставить это в комментарии прямо под этим постом. Я всегда подписываю свои вещи как от куньки. Ну, то есть не от куньки тебе просто, а от куньки. Ну и тут кунька. Вот, пожалуйста, пришел подарок, вам подарок. Вам подарили, точнее, вот золотые когти, как бы, ну, один из пруфов. Если вам, опять же, для того, чтобы убедиться, что 100% на этом канале, в этой группе вас не обманут, вы можете попросить, я человек общительный, отзывчивый, я вам спокойно предоставлю еще пруфы, которые у меня есть. То есть, я вам не могу обещать там энное количество, вот сколько у меня есть, сколько я продал, сколько людей уже получило, столько вы пруфов и увидите. Также... Некоторые могут переживать, что вот, Куника, блин, а вдруг ты забудешь, народ, есть у меня вот, такая вот такой блокнотик, где я пишу обязательно даты, то есть, когда был добавлен в друзья этот человек, вот, скоро у нас будет Ваня Шестаков покупать, ну, точнее, получать ДК, Дровка, Хускар, Дазл, Дарквилла, Грим, Золотые Когти, крылья обычные, палку напугнул, голова на Дазла. И там дальше ссылка на его профиль Steam, дата, все это указано. То есть, также вот он наш победитель, который получит свой сет на грима. Я его добавил в друзья, как бы просто не указал дату. Здесь у нас Кирилл Водолазский купил ВК в Рескинга. Также вот все это имеется у меня, так что, народ, не переживайте, я никогда не забуду. При покупке я сразу же записываю сюда. Также уже кто-то мог увидеть, допустим, Мэр Онли найти у меня друзья. Илья Назаров, Дровка. Там Назарова, неправильное имя я здесь указал. Дровку она купила. Вы можете прям сами, не через меня, ничего там прям сами написать. Правда ли он тебе отправил, она предоставит скриншоты. Блять, ну давайте зайдем сейчас в одну переписку какую-нибудь. У меня также будет сделано видео специально по счастливым обладателям, покупателям. Так, Юлия Назарова. Так. Давайте я увеличу, чтобы вам было видно. Привет, я уже могу отправить. То есть вот 8 июля. Было куплено 8 июня. Вот он, 8 июля. Я уже могу отправить сет. Ты можешь зайти в доту, проверить. Если можно, напиши. Я напишу. Я подпишу, что от куньки. Привет, ну давай сейчас зайду. Да, конечно, отправим. Знаешь, как распаковывать? Да-да. Все получил, благодарю. Вот, пожалуйста, от куньки. Вам подарили. Это сет на дровку, который был у нас первого кэша. Ну, тут уже просто, скажи честно, думал, ай, блин, Мотя, что обманул, да, если честно, мне пофиг было, 200 рублей не потерять не жалко, ну, короче, тут уже просто переписка пошла дальше, по приколу. Так что, народ, поддобавляйтесь, друзья, подписывайтесь на группу, не забывайте, я обещал на 2500 подписчиков вам разыграть новые сеты из кэша, и разыграть имморталки, то есть там... Будет, я думаю, такой нехреновенький розыгрыш, там, не знаю, может даже за первое место там Дизраптора будет сет, или там Фантомки даже, то есть, или Эмбер, не знаю еще, честно, до 2500 подписчиков вроде осталось и немного, но я привык делать все в последний момент, такой вот я. Так что, народ, обязательно подписывайтесь на эту группу, если хотите быть в курсе того, что происходит на канале, подписывайтесь на трейд-группу, где она, вот она, трейд-группа, все ссылки будут в описании, кроме моего профиля, вы можете с любой группы вот сюда вот зайти, контакты, и я здесь подписан, как владелец, Максим Волкович. Так, народ, я вам все сказал, это было информационное видео, я надеюсь, что кто-то наконец-таки узнал, где можно купить сеты, кто-то узнал, что у меня есть вообще группы, они есть группы в каждом описании под видео, но там сделано так, что короткое содержание, и поэтому, чтобы увидеть именно ссылочки, там есть кнопочка «Еще». Вы можете ее нажать как с телефона, так и с компьютера, и у вас откроются дополнительные ссылки. Ну а на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, не пустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Удачи, народ, давайте, подписывайтесь, мой канал в ваших руках. Пока.